Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада видеть вас на сегодня. Как вы слышите меня? Напишите, пожалуйста, потому что хотелось бы. Да, слышно меня, да, Валерия? Все хорошо, ну отлично. Еще раз здравствуйте, меня зовут Олеся Успенская. Я директор по продажам отеля Хуравали, Мальдивы, и нашего нового частного острова, это Кудаду Private Island, который мы открываем в конце этого года, собственно говоря, через месяц, даже чуть меньше. Сегодняшний вебинар я бы хотела посвятить немножко отелю Хуравали, потому что он у нас является на данный момент именно активирующим отелем, отелем, где мы принимаем наших гостей уже практически 2 года. Это будет 1 декабря 2018, уже будет 2 года нашему отелю Хуравали. Вкратце хотела бы вам рассказать именно про возникновение нашего отеля и родоначальность вообще нашей, именно самой цепочки. Наша цепочка называется Crown Champa Resort. Я думаю, что многие слышали. Те, кто долго продает Мальдивы, одни из наших первых отелей – это Куриеду Миру, и присоединившиеся к нам уже впоследствии наши отели Виламенду, Виллиганду, Команду, у нас есть отель на Мале. В принципе, наша цепочка именно раньше именно позиционировала себя как отели 4 звезды, 4+. И в конце 2016 года мы открыли наш отель Хуравали, который уже совершенно дал новое развитие нашей цепочки, и мы поняли, что нужно продолжать в данном направлении, и вот в конце этого года мы открываем уже наш бриллиант нашей коллекции, это Кудаду Private Island. Я потом про него чуть позже расскажу. Итак, о отеле Хуравали. Я бы хотела кратко вам рассказать, кто не знает наш отель, может быть, кто-то был, видел уже или слышал отзывы от гостей про наш отель. Хуравали Private Island. Хуравали, просто, ну, мы его тоже считаем таким частным островом, потому что в нем всего 90 номеров. Отель очень маленький, 450 на 150 метров всего лишь. Лететь 40 минут на гидросамолете. В аэропорту есть лаунж для именно только для отеля Хуравали. Да, Хуравали — это отель 5 звезд. Я бы даже сказала, что это 5 люкс. И сейчас я расскажу вам, почему именно можно Хуравали продавать на уровне отеля Анантара Кихава, Констанс Халавелли, с чем мы можем это сравнить именно по качеству сервиса и по качеству еды. Хуравали не принимает гостей до 15 лет. Такая политика отеля, мы посчитали, что на рынке мы можем быть именно успешными, закрепив себя как отель для взрослых. Наш отель популярен среди молодожен, среди уже взрослых пар, либо пар уже с детьми там, от 15 лет, соответственно. Но сейчас это немножко не дети уже, да, это взрослые уже подростки. Многие приезжают, берут, либо, если, например, один ребенок, то в Хуравали можно в типе номера в обычном, либо в бичвилле, либо даже в водном вилле разместить 2 взрослых и 1 ребенок. Минимально размер номера 105 квадратных метров, максимально 132, что позволяет нам спокойно поставить туда доп. Кровать, и гость может чувствовать себя, да, со своими родителями достаточно комфортно в данном типе номера. В любом, в принципе, типе номера в Хуравали. Так, лететь у нас 40 минут на гидросамолете, как я уже сказала, есть лаунж в аэропорту, поэтому кто прилетел там ранним рейсом аэропорта, в принципе, мы всегда стараемся подгадывать, и гость может максимум провести полчаса, ну, максимум, наверное, час, от 30 минут до часа в лаунже, чтобы мы его могли совместить с гостями нашего отеля Куреду, который тоже стоит в нашем отеле. Именно на данный момент, пока он не открыт Кудаду, мы гости у нас прилетают в отель Куреду, который расположен у нас рядышком, и буквально в 5 минутах на лодочке потом мы доставляем гостей в отель Хуравали. Поэтому иногда гости сразу пугаются, потому что прилетают в Куреду, но тем не менее, то сразу же гостей в очень удобную лодку пересаживают, да, и они буквально 5 минут, и они уже в Хуравали. Очень близко, красиво встречают гостей. Вот на таком гидросамолете летаем, да, либо на гидросамолете Куреду, как я уже сказала, трансфер занимает 40 минут.
На данный момент наша компания строит местный аэропорт. Мы надеемся, что он откроется в конце следующего года, что позволит нам принимать гостей, которые прилетели уже поздними рейсами. Потому что на данный момент, к сожалению, гостей мы можем... Да, конечно, да. Сейчас я расскажу. На данный момент гостей мы можем принимать, когда максимально вылет из Мале может быть где-то 16:30, поэтому, в принципе, когда гости прилетают, вот бывает, что катарские авиалинии прилетают в 15:15, мы успеваем встречать гостей, если они получают вовремя багаж, там не задерживаются сами, да, в принципе, еще в 16:30 и даже иногда в 17:00 из Мале гости могут улететь. Сразу хочу вам обозначить, что разница между Москвой и Хуравали, да, ты плюс, Хуравали плюс 3 часа вперед. Поэтому если с Мали разница плюс 2 часа у них вперед, то в Хуравали разница 3 часа. Вот такая вот в отеле Лозиане у нас своя часовая политика, назовем это так, поэтому немногим это, иногда гости, 3 часа разницы, это такой уже джетлаг, многие прилетают, и, конечно, когда ты из Мали улетаешь, у тебя день-деньской, то уже когда прилетел в Хуравали, там уже достаточно темно, ну, вот особенно когда поздно вечером. Да, к утренним рейсам мы стараемся успевать на самом деле, потому что трансферы у нас, я вам объясню, у нас небольшой приоритет получается, так как мы, у нас время вперед, то, соответственно, в Мали время еще меньше, поэтому, когда мы прилетаем, у нас еще получается, что в Мали на час назад. И это, вот эта разница, она позволяет нам регулировать рейс именно утренний. И там в 9 с чем-то утра как раз вылетает Эмирейтс, по-моему, да, есть еще в 11:30, то мы прекрасно успеваем безо всяких сложностей. Гости у нас все улетают вовремя. Так, по поводу приветствий в отеле. Приветствия в отеле, конечно же, есть. Это приветственный коктейль, у нас там барабаны. Ну, это все прям буквально там, одна минута длится, ненавязчиво. Гостям сразу же выделяется у нас Island Coast, который встречает гостей по приезду. Да, она встречает именно на лодке и привозит их в отель. И там же у нас встречает уже основная команда. Бывает иногда, что нас встречает и генеральный директор, особенно гостей, которые у нас повторные. Я могу сказать, что за время существования Хуравали, а Хуравали существует уже почти 2 года, у нас есть клиенты, которые приезжали к нам уже этим летом 3-й раз. И приезжали именно на long stay, на 3 недели. Первый раз они были неделю, потом 10 дней, сейчас уже приехали на 3 недели. Нам очень приятно, что гости к нам возвращаются, и мы... Но, естественно, мы не отдаем вот такого приоритета, как многие спрашивают, а делаете ли вы специальные скидки для повторных клиентов именно напрямую? Нет, мы отель, который работает и уважает наших туроператоров, наших партнеров, наших принимающих стороны. Естественно, когда гости бронируют отель всегда на сайте отеля, да, это отдельная история, но когда гости нам попадают именно от туроператора, да, например, а-ля карты или других наших партнеров, то мы всегда отдаем приоритет, и мы всегда просим гостей контактировать непосредственно компанию, которая его к нам отправила. Я считаю, что это правильная политика, и кто-то начинает задавать вопросы и так далее, но я считаю, что это очень должна быть именно лояльная политика по отношению к именно к нашим партнерам. Если вы планируете вашу поездку, да, на Мальдивы, то рядом с нашим отелем, в нашем отеле Лавиане, находится несколько отелей, поэтому можно всегда совмещать. Рядом с нами стоит Конокура. Я покажу вам, да, Конокура. Дальше у нас есть атмосфера Камифуши. Все это в доступности на лодке. И плюс наши еще другие отели, но я не думаю, что вам они нужны, наши скотки, потому что это четверки, а сейчас как бы мы делаем акцент на люксовый сегмент, поэтому и наш открывающийся отель Кудадо, который тоже здесь стоит, поэтому, в принципе, за одну поездку можно много чего посмотреть, это очень, очень удобный у нас атолл, живой, много, много животных, манты, дельфины, зеленые черепахи. Расскажу особенность нашего отеля, как можно наш отель продавать в Хуравали, кто не знает, не продавал, не слышал, может, про него. Все-таки 2 года не такой большой срок на рынке, и со всеми, конечно, очень сложно бывает познакомиться, но я стараюсь максимально сделать презентацию, дойти к каждому, каждой компании, каждому агентству, езжу по региону, поэтому я надеюсь, что даже из Кемерово, спасибо большое, что вы с нами сегодня,
и из разных уголков нашей России все-таки слышали про наш отель, наши фишки, что самый большой в мире подводный ресторан 5,8. Я буквально потом покажу пару слайдов про наш ресторан. Действительно, самый большой, ну, на Мальдивах это точно в мире, наверное, может быть, даже быть громкое утверждение, но тем не менее, на данный момент мы на себя заявили. К нам приезжали и американские журналисты, и наши русские журналисты, и сколько сравнивали по концепции нашего ресторана 5,8, действительно, самый большой. У нас есть центр Манта Траст, мы очень активно сотрудничаем с благотворительным международным фондом Манта Траст. И именно в нашем отеле Лавиане у нас большая именно популяция скатов, мант, и мы стараемся их реанимировать, так как есть и браконьеры на Мальдивах, ну, это никто не отменял. Да, мы входим в программы туроператоров. Ну, как бы даже вот и у нас есть партнеры различные. В принципе, если вы там работаете, я потом могу отдельно, если вы мне напишете, да, но и в том числе и а-ля карт у нас делает, но мы не принимаем больших рекламных туров. А-ля карт нам приезжал. Вот, я надеюсь, что понравилось у нас. Мы принимаем небольшие рекламные туры, потому что у нас маленький отель, всего 90 номеров, и у нас нет возможности большие группы привозить, потому что это будет шумно, гости будут смущаться, и мы уже прекратили. Поэтому 2-3 номера, да, мы привозим рекламные туры. Если будет интерес поехать, то я посмотрю, кто у нас из туроператоров приезжает. Но, по-моему, сейчас вот последний, это Space Travel в октябре, и все, по-моему, больше никто пока не делает, но можно посмотреть на следующий год, когда будет именно низкий сезон. Мы обязательно всех принимаем, мы стараемся показывать наш отель, мы даем возможность изучить наш отель на себе, попробовать, что это такое. Что касается Куравали, я уже сказала, у нас самый большой подводный ресторан, большая популяция мантов, скаты и гости, которые приезжают. Иногда многие именно приезжают вот именно смотреть на, ну, не только на пляже, да, находиться, но и смотреть подводный мир, потому что Мальдивы, конечно, я считаю, что это один из уникальнейших стран в мире, которая действительно по праву заслуживает хотя бы один раз приехать, посмотреть, попробовать и по возможности чаще предлагать именно это направление как отдых. Лететь очень удобно на Мальдивы. Авиакомпания Аэрофлот у нас летает. Я надеюсь, что они поставят, может, даже больше рейсов. Эмирейтс, катарские авиалинии. Клиенты многие летают туркишами. Все стыковочки достаточно удобные через Дубай, через Стамбул, через Доху. И я могу сказать, что вот именно направление мальдивское, я уже 15 лет занимаюсь Мальдивами, и 15 лет я не изменяю своим даже личным ощущениям. Вот была и на Сейшелах, и на Маврикии, но вот для меня Мальдивы номер один, потому что такого пляжа, такого песка, наверное, не везде можно найти. Рядом с нашим отелем Куравали у нас есть необитаемый небольшой остров, называется Dream Island. Мы там устраиваем различные свадьбы, можно там сделать ужин и прочее, прочее. Поэтому у нас очень удачное расположение. А как я уже сказала, в отеле 90 номеров, 30 вилл на пляже и 60 вилл на воде. В принципе, Куравали продавать достаточно легко. Все номера внутри абсолютно одинаковые. Единственное различие, гости должны определиться, либо они хотят, чтобы этот номер был на воде, да, кто любит водные виллы, либо они хотят этот номер на пляже. Вот перед вами вилла на воде с бассейном. Смотрите, вилла на пляже у нас двух категорий. Есть пляжная вилла, просто как бич-вилла. В ноябре месяце мы все бич-виллы, у нас их осталось 6 штук, мы их оборудуем бассейнами, поэтому гости, которые у нас будут отдыхать уже в декабре месяце, им будет приятный сюрприз, приятный бонус, потому что уже к этому моменту в их вилле будет бассейн, начиная с 25 ноября. Гости, которые приедут, они могут уже именно, не просто в категории бич-вилла, у них уже будет категория бич-пул-вилла.
Мы это не продаем как категорию бич-пул-вилла, мы это продаем как категорию именно бич-вилла. А категория бич-пул-вилла мы уже будем продавать со следующего лета. Поэтому пока контракт именно называется бич-вилла. И второй тип номера на пляже – это бич-сансет-пул-вилла. Это вилла с бассейном. Она уже 132 метра. Если без бассейна, это 105 метров, а с бассейном 132. Это вилла Beach Sunset Pool Villa, вилла с видом на закат. Действительно, это прямой вид на закат, таких вилл всего 15. Поэтому гости очень часто именно выбирают такую категорию, и это можно сказать, что закат действительно будет гарантированный. И за это, конечно, она чуть-чуть повыше по стоимости, поэтому мы именно эту категорию оставили. Дальше у нас есть три категории водных вилл. Открытие было 1 декабря 2016 года. Вот отель будет в декабре месяце 2 года, поэтому отель уже, конечно, обкатанный, отель уже проверенный, с хорошими отзывами, которые действительно соответствуют тому, что гости пишут. Мы эти отзывы не накручиваем, они у нас реальные, в TripAdvisor и в Top Hotels. Крайне редко кто-то, может быть, что-то напишет, но это только собственное личное ощущение, но для нас показательно то, что гости к нам возвращаются. Возвращаются уже третий, а кто-то уже и четвертый раз. Уже идут брони на майские праздники. Да, конечно, Хуравали открылся, Хуравали открылся 2 года назад. Что касается вилл, которые у нас на воде. У нас три категории вилл на воде. Первая категория – это Ocean Villa, обычная вилла без бассейна. Дальше у нас есть вилла, называется Ocean Romantic Villa. И дальше у нас есть Ocean Romantic – это вилла с единственным отличием вилла от Ocean Villa – это то, что на террасе стоит ванная. И ванну за один раз за время пребывания именно для гостей ее украшают цветами, свечами, очень красиво ставят специальную косметику. Но разницы там, по-моему, в ценовой категории практически нет. Поэтому иногда даже советую вот именно не простую вилу Ocean рассмотреть, а именно Ocean вот, Romantic. Потому что действительно красивая эта ванна. Она загораживает, есть специальная загородка, чтобы гости не смущались, там, если они не одеты. Там, если какие-то плавают, еще, не знаю, кто любит снорклинг у нас, естественно, около водных вил у нас шикарный снорклинг, то там специальная загородка, и не видно эту ванну совершенно. Поэтому гости в полной приватности находятся. И третья категория – это Ocean Pool Villa. Когда мы только открыли Хуравали, у нас разделение было. У нас было Ocean Sunrise, и Ocean Sunset. Теперь мы поняли, когда мы уже отель проверился и так далее, мы поняли, что солнце не всегда, к сожалению, находится в одной и той же видимости. И мы не гарантируем на данный момент, что именно эта вилла будет вилла на санрайз или эта вилла будет на сансет. Поэтому у нас есть категория Ocean Pool Villa без гарантии, будет это закат или будет это восход. В принципе, те гости, которые уже были, они бывают очень часто просят одну и ту же категорию или один и тот же тип номера. Я расскажу отдельно про Кудаду, я сейчас пока просто про Хуравали рассказываю чуть-чуть. Я расскажу. Хуравали не принимает гостей, Кудаду тоже не будет гостей до 15 лет, соответственно, это будут только взрослые. Вот сейчас показываю вам слайд, это наш Хуравали три основных ресторана. Заработаем мы от питания от завтрака до завтрака, обед, ужин и даже все включено. У нас очень расширенный пакет «Все включено». Единственное, что не входит, это наш подводный ресторан 5,8. Так как он не такой большой, всего 20 посадочных мест, поэтому у нас нет возможности это включить именно в пакет «All Inclusive». Но, тем не менее, гости у нас очень часто приходит на обед или на ужин, он открыт, на завтрак он не работает. Подводный ресторан 5,8, там фиксированное меню. Я сейчас пару слов про него расскажу. Это наш бар, кока-бар. Он работает 24 часа в сутки, поэтому гости, которые проголодались ночью, могут прийти сюда, что-то выпить, перекусить, не знаю, чай, кофе, всякие тапасы и прочее. 24 часа работает открыт этот бар, рядом находится основной бассейн, и некоторые гости даже вечером тоже в бассейне купаются.
Это наш Dream Island, как раз я про него говорила, где мы устраиваем ужины. Сейчас в нашем отеле работает повар Ворон, 2 звезды Мишлен, и очень зачастую гости просят какой-то приватный ужин, либо свадебные церемонии мы здесь проводим на этом острове. Он совершенно маленький, на нем нет ничего, кроме маленькой одной постройки, ну, он такой полностью необитаемый. Это вид из нашего спа, Куравалини спа. Используем мы косметику Healing Earth. Это южноафриканская, полностью органическая, 100% косметика. Я не буду говорить, есть отели, конечно, на Мальдивах, которые работают на известных брендах. Но наш бренд известен именно органической своей косметикой. Многие гости покупают с собой масла, кокосовые и прочие-прочие масла, потому что действительно качество сумасшедшие, и дома потом очень приятно пользоваться. Цены лояльные абсолютно. Если брать вот, по поводу спа в Куравали, то мы работаем, наш бренд Crown Champa Resort называется Duni Spa. Всего 5 комнат спа на воде у нас. И я могу сказать, что цена в спа в Куравали очень приемлемая. Массаж, например, часовой массаж стоит $160. Учитывая то, что это все-таки отель категории 5 люкс, мы себя позиционируем именно так. У нас очень хорошая ценовая политика. Это не $300, но 160 – это очень приемлемая стоимость за массаж высокого уровня. У нас работают только девочки из Бали, из Таиланда. И очень сложенная команда уже, которая у нас работает 2 года. И мы очень довольны качеством сервиса, который они в нашем спа предоставляют. Вот это косметика наша. Еще по поводу Куравали, такие подробности интересные, у нас есть приложение, которое можно скачать в Google Play, или можно это приложение скачать в Apple Store. Гости, которые бронируются через туроператора, да, мы даем, естественно, у нас есть номер подтверждения, где гости могут зайти и по номеру своего подтверждения забронировать себе уже, имея номер, имея перелет, забронировать себе, например, ужин в ресторане, или же забронировать себе спа, или что-то, какие-то там свадебные церемонии, прочее-прочее. Это можно все сделать в приложении. Это очень удобно, и всегда гости уверены, что вот у них есть это бронирование, вот номер, и они, ну, говоря, это именно рассчитано, это такой bucket list, это лист желаний наших гостей, которые заранее можно оформить. И многие очень... Мне нравится даже действительно такое у нас есть приложение, и этим им очень удобно пользоваться, вводится фамилиями гостя, и можно там забронировать себе какие-то дополнительные условия, экскурсии, дополнительные какие-то вещи. И вот мы надеемся, что это приложение у нас приживет. Вот, это по поводу вкратце, по поводу Куравали. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить по поводу Куравали. Еще раз повторю, что наш отель Куравали для взрослых. Мы не принимаем гостей до 15 лет. Поэтому наш отель именно целенаправленный для молодожен. В нашем подводном ресторане 5 и 8 очень часто проводятся свадебные церемонии. Да, в отеле есть русскоговорящий сотрудник, у нас есть Island Host Елена. Правда, не всегда Елена именно занимается русскими гостями, так как она и англоговорящая, поэтому она и присматривает за русскими гостями, и за гостями нашими англоговорящими. Также у нас есть русская Карина Sales Marketing, которая находится непосредственно в отеле, поэтому у нас в отеле минимум 2 русскоговорящих сотрудника, это очень удобно, отель маленький, но... При любых каких-то сложностях у нас есть кому помочь. Что касается рифа, да, забыла упомянуть. Риф Куравали свой домашний, нам не нужно никуда вывозить наших клиентов ни на лодке. Мы предлагаем маску, трубку, да, ну, соответственно, оборудование для снорклинга. У нас есть также и дайв-центр. Мы предлагаем маски, трубки нашим клиентам. И очень, могу сказать, много гостей пользуются, берут в аренду, с удовольствием плавают, отличный домашний риф, богатый именно, богатый разнообразие рыб,
и даже можно увидеть, и манты приплывают, когда у нас сезон. Но вот последние несколько лет я могу сказать, что сезон сдвигается, мант. И я была в январе в отеле, и вот мне удалось, я была на экскурсии непосредственно в центре Манта Траст. У нас порядка 4-5 дайв-инструкторов, что позволяет нам делать индивидуальный дайвинг, и мы предлагаем делать индивидуальный снорклинг с инструктором непосредственно, чтобы гостям рассказали, показали, что есть в нашем атолле. И очень часто гости, и вот когда к нам приезжают наши партнеры смотреть наш отель, мы всегда... Нет, русскоговорящих инструкторов нет в дайв-центре у нас. Но если, опять-таки, я же говорю, какие-то есть сложности в общении, мы всегда непосредственно, когда проводится инструктаж, мы привлекаем наших русскоговорящих сотрудников, и проблемы сразу же у нас все на месте выясняются. Поэтому пока у нас нет русскоговорящих инструкторов, но, возможно, с течением времени, так как у нас открывается куда, у нас и появится русскоговорящий инструктор. Поэтому это уже мы будем смотреть на практике. Так, рассказываю вам про наш отель Тудадо, Private Island, собственно говоря, как мы анонсировали, наше открытие. Открываемся мы на soft opening 1 ноября 2018 года, этого года. Но принимать будем гостей непосредственно с 1 декабря. Поэтому уже 1 декабря мы будем принимать гостей, мы будем рады, если у вас будут запросы или, возможно, уже впоследствии сформированные бронирования в наш Кудадо. Кудадо – это частный небольшой остров, всего 200 на 200. Находится он в том же атолле Лавиани. Лететь до него 40 минут на гидросамолете. Отель имеет свой лаунж в аэропорту, именно отдельный, только Кудадо. Также у нас есть брендированный самолет наш Кудадо. В Кудадо можно, есть две опции по поводу гидросамолетов. Либо же ваши гости присоединяются именно к гостям, которые летят только в Куравале. У нас есть уже именно место, куда мы будем сажать самолет, который для гостей, которые будут прилетать в Куравале куда-то. Они не будут приземляться в отель Куредо, а именно непосредственно в ближайшие к отелю Куравале. Между Куравале и Кудадо у нас есть платформа, куда гости будут приземляться, и откуда мы их уже повезем либо в Кудадо, либо в Куравале. Либо вторая опция, если гость может себе позволить, это отдельно самолет на 9 посадочных мест. Ну, если это, допустим, там, семья со взрослыми детьми, то многие любят летать, не совмещая ни с кем. Это уже отдельная стоимость, она достаточно высокая, но она сравнить по рынку приемлемо, и в одну сторону там где-то порядка 8,5 тысяч в одну сторону, да, долларов за гидросамолет в 9 кресел. Поэтому гости могут прилететь только непосредственно уже в Кудадо, если вот клиенты будут у вас. Это возможно. Куда-то всего 15 резиденций, и это только водные резиденции. Это уже мы не ставим как именно виллы, это большие резиденции. 13 резиденций, вот, кстати, наш гидросамолет, белый бронированный Кудадо. 13 резиденций у нас с одной спальней, и две резиденции у нас с двумя спальнями, итого всего 15. Вот если видите, это, конечно, компьютерная моделированная фотография, но впоследствии я вам покажу видео, и там уже живое видео нашего отеля, где мы уже действительно с сотрудниками, с нашими батлерами. Это частный остров. В каждом вилле будет закреплен отдельно консьерж, который будет выполнять любые запросы клиентов 24 на 7, любое время, то, что не пожелает гость. Отель Кудадо будет работать на системе Anything, Anytime, Anywhere. Это первая на Мальдивах система в отеле такого уровня. Это больше, чем all-inclusive. Это, я бы сказала, что это all-inclusive super plus, как так можно назвать. Особенности данного all-inclusive – это то, что входит, естественно, все, что гость не пожелает. У нас нет меню как такового. Оно у нас есть составленное, но если гость не желает
питаться по меню непосредственно. Он может предлагать свои какие-то варианты блюд, и наши повара будут для него персонально готовить, если ему просто не нравится то, что мы предлагаем. Да. Это не просто завтрак, обед и ужин. Это уже премиум алкоголь, который входит в стоимость. Это от Мои Шандона до Сет-Энже шампанского. Очень большая коллекция вин входит тоже в стоимость. Также очень приятные такие дополнения, что в стоимость входит спа. И спа не ограниченное количество, поэтому гость за время своего проживания, если он хочет ходить два раза в спа утром и вечером, пожалуйста. Это входит в стоимость, да, это уже входит в стоимость проживания. Брони мы принимаем, да, мы принимаем брони с 1 декабря в Кудаду. Что касается посадочной платформы, это буквально 3 минуты, настолько это близко. Да, шампанское не только на завтраке, а шампанское в течение всего дня. Как гость не пожелает, хоть с утра, хоть с 6 утра и до 12 ночи, хоть 3 часа ночи. Неограниченное количество, то есть это фактически все, что гость не пожелает в плане питания, в плане алкоголя. Единственное, что у нас есть винный погреб владельца, который обладает винами премиального сегмента, и это вино может стоить от 5 тысяч евро. Естественно, такое вино не будет входить в стоимость, так как у нас стоимость номера гораздо ниже, чем бутылка данного вина, поэтому она практически в 2 раза ниже. Поэтому, ну, конечно, но шампанское Мои Шандон, Тетенже, Дом Периньон, это, конечно, уже там, необычная просека, которая входит в стоимость, а уже высокого уровня шампанское и вино. Как я уже сказала, входит спа, входит дайв-центр, это пользование дайв-центром. Снорклинг тоже входит в стоимость. И приятный бонус для гостей, которые будут находиться в Кудадо, да, выберут проживание в Кудадо, они могут пользоваться всеми возможностями отеля Хуравали. Отель Хуравали расположен всего в 5 минутах езды на лодке. И так как это, мы так называем, как sister hotel, да, это как отель родственный, это отель именно родоначальник уже нашей цепочки, такого люксового сегмента. И у нас генеральный директор Брэдли Калдер, он Кудады, Хуравали один, поэтому у нас это отели между собой родственные. Все наши батлеры, которые сейчас уже у нас переехали и проходят тренинги полностью уже, ну, непосредственно сейчас они уже живут в Кудаду, они все у нас проработали уже там больше года в Хуравали, и очень сплоченная команда батлеров у нас работает. Я могу сказать, что Кудаду – это именно категория 5 делюкс. И сравнить ее можно на Мальдивах с отелями Шеваль Блан, наверное, я думаю, что можно будет сравнить. Если брать не Мальдивы, то это по концепции питания. Это North Island, Сейшельский, да, остров. Вот он, в принципе, подходит под такую сравнительную характеристику именно. Пляжная. Что касается пляжа, да, естественно, будут вопросы по поводу пляжа. Пляж есть. И я могу сказать, что это вот видно, ну, пока на такой картинке именно такой компьютерной, но тем не менее, пляж есть. Мы будем ставить кабаны на пляже, где гости смогут отдыхать, и вас, ну, именно, да, да, именно с Шеваль Блан, это даже вы не можете не сомневаться. Но стоимость фактически Кудаду, это будет стоимость Шеваль Блан на завтрак, поэтому... Ну, может быть, там чуть-чуть плюс выше, но вы понимаете, что уровень питания, то, что входит в данную стоимость, и если сравнить, то сколько экстра можно набрать в отеле похожего уровня, то Кудаду будет именно отелем, который по цене будет максимально подходить клиенту, который любит водную виллу, который без детей, либо дети взрослые, могут поселиться, вот как раз носить две виллы по two-bedroom, да, с двумя спальнями. Пожалуйста, если есть семья, где мама, папа и там ребенку, не знаю, там 16 лет, 15, пожалуйста, это прекрасная резиденция на воде, большая. С одной спальни резиденция 300 квадратных метров, с двумя спальнями 380, поэтому шикарная, вот. Как раз-таки резиденция, у каждой резиденции свой бассейн,
она именно open space. Кудаду строил и проектировал японский дизайнер Юджи Ямасаки, который работал над дизайном нашего отеля Куравали. Вот Куравали, кстати говоря, именно его была идея солнечными батареями. Куравали работает 35% от солнечных батарей, а отель Кудаду будет работать на 100% именно солнечного света. Я покажу вам почему. Вот, кстати, здесь не очень видно, но вот на этой картинке у нас есть маленький такой, ну это назовем так, это он так кажется, да, я вот вам покажу. С левой стороны как раз это основное здание, в котором располагается и бассейн, и основной ресторан, да, гости, если они не желают там обедать, ужинать на своей вилле, что возможно, они могут заказать просто все питание на виллу, и не выходить совершенно из виллы, если им хочется полной приватности, и они там устали, хотят отдохнуть, пожалуйста, мы можем все приносить на виллу, или обслуживание именно входит все это в стоимость. У нас есть основной ресторан, основной бар, бассейн, дальше сырная комната, винная комната, игровая комната, спа-центр, это все находится как раз таки непосредственно вот в этом основном здании у нас, которое тоже находится на воде, потому что на самом острове у нас кроме вот двух построек, это постройки для нашего персонала, и у нас есть мечеть, ну, по закону Мальдивы, как это мусульманская страна, да, естественно, на каждом острове, который у нас является отелем, должна быть мечеть. Здесь есть совершенно маленькая мечеть для наших гостей, да, стран Ближнего Востока, и для наших, непосредственно, для наших сотрудников. Так, вот это наша резиденция на воде. Фотографию сделаны живые, да, это не компьютерное моделирование уже, наши модели снимались. Одна из самых больших, наверное, вилл, не вилл именно, а террас на Мальдивах, 44 квадратных метра, большая терраса у нас. Полностью open space. Юджи, наш дизайнер, он спроектировал все так, что в отеле ощущается очень много воздуха, отель настолько воздушный, нет закрытых пространств, нет вот этих ограничений, вот эта система наша, anytime, anywhere, именно про свободу действий. Гость прилетает, уже фактически у него счет закрыт, и это очень удобно. Ему не нужно беспокоиться про экстра-спа или про какие-то алкоголь и прочее, там, про рестораны. Тем более гости, которые проживают туда, да, могут воспользоваться практически всем в нашем отеле Куравали, если им уже наскучило Кудаду, мы предлагаем им поехать в Куравали и воспользоваться основным рестораном Канели. Это тоже входит в стоимость номера. Воспользоваться нашим вторым рестораном Кашибы, это ресторан стритфуда. Воспользоваться нашим спа-центром и также посетить наш подводный ресторан 5.8. Я могу сказать, что от нас недалеко. Косметика в спа у нас та же, органическая Healing Earth. Мы использовали и в Куравали, и в Кудаду два именно вот в наших двух отелях именно эту косметику, потому что она действительно по праву себя зарекомендовала как качественный продукт. Мы им очень гордимся. Южноафриканская косметика, вот Элизабет Бранд, это родоначальница этого бренда, и мы очень поддерживаем, и, кстати говоря, именно в африканских странах, и сейчас в многих странах уже в Европе именно внедряет этот косметический бренд, потому что он полностью из натуральных продуктов. Например, это может быть potato balm, это бальзам из картошки, но он уникальный. То есть это не просто какой-то, знаете, я не знаю, там химическая косметика, куча всего, это именно натурально. Поэтому иногда это удивляет даже именно из чего заготовлена, да, эта косметика. Что касается подачи блюд, вот я могу сказать, что действительно уровень, высокий уровень кухни будет в Кудаду. Гости избалованы уже мишленовскими ресторанами, я не знаю, какими-то молекулярными, макробиотическими кухнями, могут именно вот такого уровня будет кухня в Кудаду, в том числе, если гость пожелает, если у него есть какие-то диетические рекомендации и так далее, может быть, он там аллергик, то, конечно же, при бронировании Кудаду мы всегда спрашиваем, будем спрашивать гостей, сейчас уже спрашиваем гостей, как, какой тип питания, как им что-то, может быть, нужно персонально подобрать. Еще немаловажный факт, что Кудаду можно выкупить целиком. В отеле всего 15 резиденций, и это достаточно удобно, так как, в принципе, при полной загрузке мы можем разместить 35 человек.
если брать все наши 15 вилл. Плюс у нас еще есть небольшие номера категории Deluxe. Их не видно, но мы их будем предлагать, если это, например, buyout острова, да, и приезжают кто-то со своими поварами, со своими охранниками, с, не знаю, кто-то даже секретариатом приезжают гости разного уровня, то мы можем поселить их не вот в такие резиденции на воде, а мы можем поселить их именно вот в такой номер категории Deluxe, и это очень удачно и удобно для наших клиентов. Они как бы получают полный сервис, да, и так же, как и наши гости. Также, естественно, их весь персонал, который приезжает с нашими гостями, весь обслуживающий персонал, они также питаются на именно с ними вместе по такой же системе Anything, Anytime, Anywhere. Мы их не ограничиваем. Поэтому, ну, когда buyout острова, можно приехать даже с детьми. Поэтому, так как здесь уже вы сами хозяева, все положение. Минимально у нас остров целиком продается на 3 ночи. Мы сделали именно вот такое именно такие дни, потому что мы закрываем продажи нашего Кудадо за 3 дня до заезда и за 3 дня после, чтобы подготовить всю и кухню, и поваров, и батлеров под особенности каждого гостя. Например, вот у нас есть американский buyout, и у нас сильный запрос на макробиотическую кухню. И у нас сейчас разрабатывается специальное меню под этот buyout. И все должно быть четко, не должно быть никаких у нас промахов, так как мы все-таки отель новый, поэтому нам нужно, конечно, себя проявлять по максимуму. Это на картинке наш основной ресторан. Картинка еще здесь представлена немножко неживая, но гости могут как в закрытом помещении, если там ветер, и там бывает, что непогода, конечно, на Мальдивах, то мы можем закрывать это все, либо гости могут сидеть очень красиво, завтракать, обедать или ужинать, вот, да, уже именно на открытом пространстве. Как я уже сказала, вот как раз-таки наш подводный ресторан 5 и 8 в Куравале. Гости могут приехать. И достаточно популярный у нас подводный ресторан. Многие гости из отеля Шиваль Блан, из Конуху, атмосферы Конухуши и вообще, ну, из многих наших соседей приезжают к нам. Здесь всего 20 мест. И работаем мы на 3 посадки. 2 на обед, 1 на ужин. У нас есть фиксированное меню из 7 блюд. Его можно запросить заранее. И могут даже гости заранее оплатить. Поэтому даже те гости, которые вот пользуются, если кто едет в Куравале, пользуются именно приложением Куравале, да, вот этот ресторан можно забронировать непосредственно в приложении, введя номер своего бронирования. Очень удобно. Здесь как раз-таки вот я говорила по поводу нашего звездного шеф-повара Уоррена. Он заведует нашим подводным рестораном 5 и 8. Почему называется капсула затоплена на глубине 5,8? Привозили мы стекло для нашего подводного ресторана из Новой Зеландии, долго монтировали. По праву можем считаться самым большим рестораном. У нас на одной секции больше, кто знает, отель Конрад. Конрад чуть-чуть поменьше. И мы полностью куровали полностью панорамный ресторан. Задняя сетка, вот эта задняя стенка в Конраде, она глухая. В куровали она вот открытая полностью, поэтому в разное время дня и вечера можно наблюдать, ну, кто-то даже из гостей говорит, зачем мы сюда пришли есть, нам даже некогда есть, столько рыб, столько всего, и у нас там и манты проплывают, и акулы, и черепахи, и, в общем, что только не проплывает, здесь можно увидеть абсолютно разных рыбок, и невозможно просто остаться равнодушным, телефон лучше зарядить перед подходом в ресторан, потому что там действительно есть что посмотреть. К каждому блюду предлагается винная пара, она оплачивается отдельно, на порядка 70-80 долларов за вот сет меню. Это винная пара, которая предлагается по ощущениям, по нашим собственным ощущениям, мы предлагаем именно вот винную пару каждому блюду. Ну, а гости могут выбрать то, что они сами пожелают по меню, если они как бы не хотят вот непосредственно из этой винной пары, которую мы предлагаем. У нас есть сомелье, который может подобрать уже непосредственно под желание гостей. Как я уже говорила, наш Dream Island, также гости куда-то могут как ужин романтический, так и свадьбу, здесь делать свадебную церемонию на Dream Island, поэтому welcome, это наш бар, я покажу, как он, вот сейчас покажу как раз видео, вот он живой уже, вот, и увидите как раз наш уже живое видео.
Это, как я уже сказала, куда бы, также не принимая гостей до 15 лет, мы ориентированы на молодожен, на пар, которые хотят провести свадьбу у нас богатый выбор, богатый свадебный пакет, а выбор как в Куравале, так и в Кудаду, поэтому у нас есть свадебный консьерж, который может помочь, если вы забыли свое платье, мы можем помочь, у нас есть выбор платьев даже, можно с собой свое и не возить, если вдруг гости решили все-таки пожениться на Мальдивах в какой-то момент, то консьерж наш батлер в Кудаду поможет гостям, привезет свадебное платье, привезет смокинг, если это необходимо. В общем, мы можем помочь все, что гость не пожелает. Любой запрос. Касаемо рифа, да, вот пока мне никто не задавал вопросов по поводу рифа, в Кудаду в риф даже гораздо лучше, чем в Куравале. Он расположен, наш Кудаду, он хоть он и малыш, но он расположен в таком месте, где, как мы называем, channel, это определенный канал, где проплывают дельфины и манты, и черепахи огромные. И вот Кудаду можно со своей виллы увидеть и даже дельфинов на закате, которые там резвятся. Это вот действительно так, потому что вот со стороны именно всех водных резиденций как раз очень видно вот таких вот животных. Когда остров у нас на байауте, ну, это просто картинка, заставка, но если у нас гости выкупают остров целиком, мы предоставляем в пользование яхту. Но и если гости просто проживают в одной из резиденций, мы можем сделать любые экскурсии, ну, с мантами, либо это дайв-погружение и прочее-прочее, мы можем сделать либо это круиз, там, вечерний круиз на закате, они просто хотят прокатиться, мы можем это также гостям, это входит тоже в стоимость, мы также можем гостям это предложить, чтобы они, ой, как раз такие дельфины, про что я говорила. Косметика бренд Healing Earth, да, и в каждом номере она уже будет более улучшенная, и выбор будет больше, чем в Куравале, естественно, поэтому я очень надеюсь, что гости гостям именно понравится качество данного продукта, и они будут вам присылать благодарности, что они именно посетили, да, были гостями нашего отеля Кудаду. Вот, наверное, и все. Да, вот, кстати, мои контакты, кому нужны мой WhatsApp, моя электронная почта, сфотографируйте, запишите, либо я еще могу еще раз в чате написать. Я директор по продажам этих двух отелей, я нахожусь в Москве и всегда готова рассказать, показать еще раз, если нужно, какие-то дополнительные картинки, меню прислать, все, что входит в all-inclusive, поэтому я достаточно активна и открыта к общению, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я сейчас вам покажу видео, вот последнее видео как раз нашего Кудаду. Уже оно живое, потому что отель у нас открывается уже меньше, чем через месяц. И мы очень надеемся, что ваши клиенты станут нашими гостями в ближайшее время. Поэтому вот хочу вам показать наше коротенькое видео. Thank you.
Вот. Наш генеральный директор, он из Австралии, ранее работал в Гиле Ланкан-Суши, поэтому Брэдли Калдер у нас очень активный директор. Мы очень рады, что он к нам присоединился в Хуравали, что он взял именно на себя вот такую смелость именно начать немножко ну, сначала, с нуля. Это достаточно было такой, как мы называем, челлендж для всех, когда ты на рынке неизвестен, когда ты на рынке не брендовая цепочка, а именно когда ты вот такой, цепочка больше местная, но тем не менее гости у нас в нашу цепочку возвращаются постоянно. Вот. И мы очень, да, видео, если кому-то будет нужно непосредственно видео для того, чтобы показывать своим клиентам, я с удовольствием пришлю вам ссылочку. Еще раз я сейчас вам покажу свои контакты, где вы можете записать. И где вы можете записать мои контакты, вот они. И я, можете мне написать просто буквально письмо, я вам просто обратно отвечу, либо вы можете попросить у Аля Карт, они вам также могут писать ссылки на наши презентации, чтобы вы могли использовать это для ваших гостей, для удобства. Да, видео действительно красиво и очень. Что касается объявления об открытии, да, мы. Да, Кудадо уже есть на букинге, уже есть цены, естественно, так как мы принимаем бронирование, да, так как мы принимаем бронирование с 1 декабря, то, естественно, он есть и на букинге, мы не скрываем, что мы работаем с онлайн-системами бронирования, но без этого никуда, вы сами понимаете, что конкуренция велика, но, тем не менее, я хочу сказать, что на данный момент мы 85% принимаем бронирование больше от наших туроператоров, а не от онлайн-систем бронирования. И там цена намного выше, чем нежели вы будете бронировать через, например, компанию Аля Карт. Это совершенно несоизмеримая разница, поэтому ваши клиенты и вы можете быть уверены, что вы получите лучшую стоимость, если вы переубедите их все-таки никогда не заходить на сайт Booking в случае с Хуравали и Кудадо, потому что у них будет полное разочарование в цене. Они никогда не выберут наш отель там, потому что он там стоит очень дорого. Я очень советую предлагать уже сейчас Кудадо для каких-то гостей, которые планируют свои, я не знаю, может быть, обновить свадьбу или еще 10 лет совместной жизни, я не знаю, планирует да, поехать в романтическое путешествие. Поэтому я очень надеюсь, что... Кстати, я хотела еще упомянуть такой момент, что на данный момент сейчас у нас в Куравали действует спецпредложение «Завтрак равно завтрак-ужин». И до 31-го, при бронировании до 29-го, 10-го, при проживании до 31-го, 10-го мы делаем ББ равно HB, да, завтрак, ну, завтрак, ужин. Поэтому, а ужины у нас в Хуравале богатые, на ужин устрицы, морепродукты. Если кому-то нужно будет, пришлю видео, есть видео непосредственно из нашего ресторана в Хуравале основного, поэтому можете не сомневаться в качестве еды. Можете отправлять своих гостей, если придирчивый в плане кухни, в плане сервиса, Хуравали идеальный вариант, если, а еще, может быть, даже более идеальный вариант, гости могут совместить проживание в Хуравали, например, там несколько ночей, и проживание в Кудадо тоже несколько ночей, чтобы вот именно посетить не только Куровали, но и наш открывшийся отель. Поэтому можно планировать и так, потому что отели расположены всего в 5 минутах езды на лодке друг от друга, что очень, очень удобно, и можно всегда гармонично это сочетать. Не нужно лететь куда-то еще, возвращаться в Мале, чтобы поехать в отель категории Deluxe, потому что у нас есть бронирование, когда гости совмещают проживание в Куровали и еще, допустим, в каком-то отеле, в другом отеле, чтобы как бы, ну, разницу понять, то здесь мы можем предложить полный сервис, как и 5,5 звезд, так и 6 звезд. Поэтому мы будем очень рады, если гости выберут и Кудадо в том числе. Если у вас еще есть какие-то вопросы ко мне, я буду еще несколько минут с вами на связи, поэтому задавайте мне, пишите в чат. И пишите на почту, спрашивайте какие-то подробности и так далее. Все спецпредложения мы всегда отправляем нашим партнерам. У Аля Карт есть все действующие наши спецпредложения в Куравали. В Кудадо, к сожалению, у нас нет никаких спецов.
Да, с удовольствием приезжайте в наш отель. Будем очень-очень рады вашим гостям. Да, и вам. Ой, Анжелочка, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Очень рада, что вы присоединились. Я надеюсь, что вам было полезно. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу. Всегда я очень социально активный представитель, поэтому всегда рада помочь и подсказать, если что-то сомневается. Спасибо вам большое еще раз. Я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя наша небольшая презентация. Спасибо большое. Спасибо и вам хороших продаж. Надеюсь, что в скором будущем мы увидим также ваших гостей в нашем Кудаду. Спасибо большое, хорошего дня.